Здравствуйте, дорогие друзья и гости канала «Люблю готовить сама». Меня зовут Лидия. Сегодня мы будем солить грибы за 5 минут по маминому рецепту. Нам понадобятся следующие продукты. Грибы. У меня здесь микс. Здесь белые подосиновики, лисички, опята, маслята, козлята, подберезовики. Отварные грибы. Соль, пучок укропа, чеснок. Чеснок у меня 6 долек. Уксус 9% и растительное масло. Чеснок нарезаем слайсами. Нарезаем укроп. Добавляем соль. И все перемешиваем. Если вам соли будет маловато, можете добавить уже по своему вкусу. Отправляем чеснок и укроп. Все перемешиваем. Добавляем 1,5 чайные ложки уксуса. Все перемешиваем. В таком виде оставляем грибочки на 5 минут. И хочу сказать еще про один нюанс, что касается уксуса. Уксус мы добавляем не больше 2 чайных ложек. Нам не нужны, чтобы грибы мариновались. Вот это количество уксуса в сочетании с ингредиентами дает вкус соленых грибов. Добавляем растительное масло. 6 столовых ложек. 5... 6. Мы залили маслом и оставляем грибочки на 30 минут. Дорогие друзья, грибы у нас постояли полчаса. Если они постоят еще дольше, не страшно, они будут еще вкуснее. А мы начинаем пробовать. Мы не удержались, сотворили картошку. Вы можете жареные. Ну что, у тебя бегут слюнки? Конечно. Угощайся. Укропчик, картошечка, грибочки. Классика жанра. Божественно, как ты говоришь, божественно. Обязательно попробуйте рецепт. В любое время года достали грибы. 5 минут сделали. Пока они стоят полчаса, пожарили картошку или отварили. А далее испытываем космический божественный вкус. Дорогие друзья, приятного аппетита и до новых встреч. Ира, это очень вкусно. Я когда захожу к маме домой, она говорит: доченька, там грибочки твои стоят. И я стою и ем просто ложкой. Не оторваться. Все. Я в ауте, меня нет.